Спочатку под штандарами Тадеуша Костюшки, потім ускладаючи надії на Наполеона, і ось тепер, розлічуючи тільки на власні сили, уже у третій раз за неповні 40 годів, патріотичні коли былої Речі Посполітої уздималися на визволенчу боротьбу. На боротьбу супроть російської окупації з марами про відновлення власної державності. Это был чекавый период, это короткий период 1815-1830. Это автономное королевство польское, шмаш что зробил, урад это королевство. И он начал индустриализацию краины. Как раз в той час были створены промысловые округи. Варшавская, Лоцкая, каля Лоджи, так званое Заглембе Старопольское, это центр металлургии властной польской, которые робили выдатные вандатную зброю для власної армії. Було розплановано розбудувати армію до 100 з лишнім тисяч чоловік. Не поспіли це зробити. Однак виніки будучої боротьби усім бачилися по-розному. Консервативна плинь повстанців на чолі з аристократом Адамом Чартарийським планувала змагатися з царським урадом виключно дипломатичними сродками. Социальные питания консерваторов не турбовали, и усталевание конституционной монархии яны лечили б своей перемогой. А вот революционеры альбо левые рихтовались до узброенной борьбы, мроючи про республиканский лад и ликвидацию пригодного права. Отчольвав революционеров-радикалов колишний филомат, профессор истории Яхим Лялевель. Однако главная мета и у консерваторов, и у революционеров была одна – обновление Речи Посполитой у межах 1772 года. И снова сердце тысяч патриотов запалились у огульном жадании вернуть страченную Россию. Повстание распочалось у конца листопада 1830 года у Варшавы. На початку наступного года у колишньої столиці Великого князства був створений Віленський центральний повстанський комітет. Весною повстання охопило Віленську частку Менської губернії. У травні полум'я змагання перекинулося і на Городенщину. Ось гэтая війна чи повстання почалося трохи раней часу, може бути значно раней часу, тому що воно готувалося. Да эта справа дошла, но так часто бывает, некие подеи провокуют приспешение этих выдарений. Как еще пару десятилетий, Польша была бы в стане воевать с Россией, да еще как сприяльная международная обстановка. Но так стало, как стало. Агулам на землях былого Великого князства Литовского было организовано каля 30 партизанских отрядов, которые налічували близу 12 тысяч вояров. Однако, насколько хутко росла колькость повстанцев, настолько видовочней оказывалась их неорганизованность. Часто не было сувязи помеж отрядами из разных поветов, а значит и дейничали яны по особку. Такая разъединенность не только денег, але и настроев шляхты и мещанства нияким чином не сприяла военным поспехам боротьбы. Наибольш активно збройное змагання разгорнулося на Віленщині, а позднее у новоколі Беловежской пущи. Повстанцы взяли в облогу, але, на жаль, не здолели вызволить Вильню. Тем не менее, на початку повстання, на их рахунку, было шерох перемогов. До прикладу, трехтысячный отдел инсургентов, который складывался со шляхты и селянов, захопил и несколько дзен утримливал город Десну. Царский урад кинул супроть наших патриотов 150-тысячную регулярную армию. Миновито из-за этого запланованный штурм Вильни,
что от початку опынулося у блокаде повстанцев, затягивался. До того ж до города подошло подмацывание росейцев, а разом с часом, что утекал, як вода скрозь пальцы, зникали нават привидные шансы на поспех змагання. После шерогу поразов, нездольные супротстоять царским войскам у открытых битвах, повстанцы перешли до партизанщины. Лясы вокруг Вильни теперь становились местом сутичек карников и партизанов. А надеяние за всех хвала змахаров за обновление незалежности батьковщины – Беловежская пушча. У Беловежской пушчи дейничало несколько повстанских отделов, агульной колькостью каля тысячи человек. Один из отрядов был створен головным лясничим Евгеном Ронко. А пошней надеей и кульминацией повстання стал приход польского войска на наши земли. Разом с белорусскими партизанами оно наличивало амаль 25 тысяч змагаров и неузабаве рушило на Вильню. Однако захопить столицу не удалось. А 19 червня 1831 года объединенное войско было разбитое. Пораза стала видовочной. И парадокс цікавий, як буває, наприклад, для города Белостока повстання, пораза повстання листопадового 1830-31 годов стала причиной худкого развития. Бо Белосток находился уже в межах Российской империи. До повстання все товары новых польских фабрик, мануфактур мели бездонный рынок сбыта на всей Российской империи. В часы повстання, после поразы повстання, российцы закрыли межу. И вот польские фабриканты, как не гублять доходы, не гублять капиталы, из Варшавы, из Лоджи, начали свои предприемства переносить у Белосток на территорию Российской империи, как обминуть эту межу. И Белосток с маленькой весточки Городинской губернии вырос у великий город. И зараз мы маем уникальный выпадок в Усходней Европе, когда две таких буйные агломерации по 300 тысяч человек, Белосток и Городня, находятся на такой маленькой отлеглости у 50 километров помеж собой. Так что повстання бывает, мае розные выники. Кому добра перемога, а кому добра и пораз. Так завершилося еще одно повстання за обновление незалежности нашей батьковщины. Але ці было и на опошні. Ці змириться край с российской оккупацией. Это я питання заставалося открытым. Российским войсковцам, которые удельничали в той кампании военной, давали узнагороды не за задушение там повстання чи чого, а за войну с Польшей. Бо хоть подеи гэтые почалися як повстання, але головным зместом была война, была боротьба регулярной армии. Королевства польского и российской армии. Потому что королевство польское – это такой уникальный твор державный, можно сказать, створенный Венским конгрессом у складе Российской империи. Это королевство имело значную автономию, имело войско властное, имело властный парламент и конституцию. С 1815 года Россия отримала парламент и конституцию в 1905 году. Розницу являете? Вось. И основным зместом это была война двух регулярных армий. Королевство польское выступило за свою независимость.